Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live, и пришло время создать нашего очередного гибрида. Давайте посмотрим, кто ты, легендарный. Легендарный у нас будет какого уровня? Какого уровня у нас получается легендарное? 10 или 15? У меня тут просто противники довольно-таки крепкие. Уникальный. Давайте все-таки Гриполита создадим, потому что это я его просто чертовски долго создавал. Он будет 16-го, да, точно, он будет 16-го. Уникальный у нас создается все-таки 11-го уровня. Ладно, давайте создадим Гриполита. Я истребил просто всех обитающих в Африке пурузавров. Вот такая вот у нас получилась тварь. Это у нас Гриппозух, да, по-моему. Да, вот такой вот Гриппозух. 116. Ну, крокодил, 20 броня, 20 крит. Разрушительный удар, снятие щитов, тролливали, телетили. Гигант. На, о, кстати, Гриппозух напоминает гигантского гавиала. Это такой крокодил с длинной тонкой мордой, рыбоядный. Такая форма головы помогает ловить рыбу. Динозавру. Какой это динозавр? Почему ты вдруг динозавром стал? Так, дальнейшие исследования позволили выяснить, какими еще преимущества наделяет животных такое строение тела. Позволит в будущем. Ну ничего такого, обычный удар сквозь щит, запрет на подмену, а шанс оглушения 100%. У-ту-ту-ту-ту. И 50% к урону на 3 хода. Интересно. Так, его, кстати, тоже стоит взять. И, собственно говоря, так, что у нас здесь? Давайте пурузавра тоже вспомним. Сквозь щит, буст, первый ход очищения и регенерация, 50% щит и контратака, разрушает щиты, наносит бронебойный урон в размере 20%, ну это немного, но сквозь броню. Вот так вот, да, ну и наш герой что-то среднее между этими двумя получается. Есть просто контратака, это Гриппозух с контратакой. Вот такой вот, короче, зверь у нас получился. Так. 21 уровня. Ух ты. Ну, я, может, еще смогу создать. Да! Смотрите, как нам фартануло, ребята. Сколько это стоит? 60 тысяч. Но пока не буду. Дорого. Дорого довольно. У меня еще есть чего делать. Денег вечно не хватает. Так. Ладно, раз такие пошли танцы. Давайте брать вот тебя. Вместо тебя. Где ты мой Гриппозух? Вот тебя возьмем. Вот так. Давайте такой вот троицей пойдем. У меня два боя. Довольно мощных есть. Вот, первая у нас появилась такая вот фигня. Вместо битвы за эти привлекалки, как они там назывались? Приманилки, вот. Да, вместо боев за приманок у нас теперь появились вот такие вот битвы за усиление. Усиление-то у меня тоже много, просто не решился еще, куда их потратить. Так, вот такие вот у нас есть ребята. Так, какая скорость у крокодильчиков? 116, 106. Ой, медленный, так, гаденыш какой. И 105. Они все медленные здесь. Ну ладно. Он 21 уровня все-таки. Уникал. Давайте посмотрим, на что он способен. Так, с уникального начинаем. У него пассивочка есть. Шанс оглушения 100%. Ну да. Но он работает. Блин, он какой громадный против этого пастимитродона. Очищение, регенерация, первый ход. Ну так, давайте. Зухамимчик.
Это нехорошо. У нас иммунитета нет. Очищение нам тут поможет, не поможет? Наверное, не поможет. Ну, по крайней мере, отрегенили. А, черт подери! Надо меняться срочно. Сейчас, но... Ой, как больно будет. Минус косарь. Надо валить, ребята. У него опережающих ударов много, но... О, вот, вот кто у нас побыстрее. Гриппозух. Ну, они очень похожи. Так, иммунитет у кого-то есть? Давай, пробивай его. Еще и кританул, молодец. Ну, надо было спасать, потому что кровотечение. Ну, у крокодила, мне кажется, должно быть иммунитет, но крокодилоподобные существа, в смысле... О, оглушение сработало, прикольно. Косарик бьет. Сколько броня, кстати? Не посмотрел. Ладно, давайте будем подменяться. Давайте снова на него. Так. Вот такое давайте сделаем. Ну, вот так. Пробил, да? Ну, ну ладно, пробил так пробил. Добивай. Что-то как-то чехарда какая-то у меня получилась. Ну и кого ты атакуешь? Вот, вот у меня удар прошел в никуда, это неправильно. Атаковать нужно вот этого, на кого он подменился. Ну и против пасти Метродона щит, эта штука неблагодарная. Ну да, конечно же, нам прилетает. Контратака. И сама атака. Ну у него бронебойных ударов на выбор. Ну сквозь щит, в смысле. Пробил, ничего себе. Ладно. Чё-то не зашли пока мне эти крокодильчики. Так, вторая часть нашего сражения. Ударные существа, которые были найдены в Европе. Мирагея, Процерат и Барионикс. Так, ну идем мы к крокодильчиками. Ну посмотрим, может он сейчас покажет. Мне так не хотя, так тяжело я собирал на него. Что-то он как-то пока не очень. Ну давай. Так, вот так вот. Ну, паралич, паралич. А зачем паралич? Вот что он, как бы, шанс оглушения, первый ход, цель получает защиту. Ну, это чтобы кто-то не подменился, а так, честно говоря, толку особо нет. Первый ход. Да, мне как-то первый ход его не страшен.
Блин, у него удары сквозь щит. Ну вот, вот, да, еще и двойной урон. Еще и кританул, о, бедный крокодильчик. Так, ну контратака типа неплохая, но... Ну и что тут делать? Ну, а насколько хватит этого? 1700, у него и буст есть, он может пробить. Два удара, не выдержим. Ну, контратака спасла, неплохая, да, какая она там, 0,25%. Довольно неплохо. Ну, брони там. Фонарь, 20% всего. Первый ход, очищение, одинарный урон, ну, такое. Раскрасочка неплохая. А, у нее тоже контратака, да? Да. Так. Ну, давайте второго крокодильчика возьмем. Так, ну здесь контратаки нет, а вот она бы пригодилась, как раз бы и добили бы. Блин, 1300. С бустом неплохо прошло. Так, процерат, ну понятное дело, он ходит типа первый. Подменяться ему и так не на кого. Меня он пробьет сейчас. Так, ну этот тоже, мне кажется, не протянет против процерата. Следующий удар у него будет болезненный. Ну вот так вот надо делать. Так, что там у тебя дальше идет? Полтора урона. Блин, того гляди и пробьет еще. Так, ну надо меняться, потому что это опасно. Он полтора урона как продемажит, так и пробьет. Так, ну это... Короче, магнипиритор круче. Круче, чем эти крокодильчики. Не заходит мне Гриполит или как там его зовут, ё-моё. Столько сил потратил, чтобы пурузавров насобирать. Это просто жесть. Ну я так и знал, что он будет бестолковый, я его качать не буду. Но, как говорится, для коллекции надо было. Давайте поглядим на него. Не буду я точно тратить 60 тысяч на него. Щит, который пробивается всеми. Обычный одинарный удар бесполезный. Паралич, блин, ненужный. Потому что урона не наносит. И очищение, первый ход с регенерацией. Тоже как-то бестолково что-то. Как-то бестолково, ребята. Ну, поживем, увидим. Напишите свой комментарий. Может, как-то у него есть специфическое применение против кого-то, может, он классно заходит.